Уже после задержания стало известно, что мужчина поздней ночью заявился в районную больницу Беляевки с просьбой срочно доставить его в Оренбург. Однако медики не спешили исполнять требования посетителя. Тогда последний и угнал скорую помощь. Едва стало известно о пропаже, на ноги подняли всю районную полицию. Догнали беглеца уже под Оренбургом. Сопротивляться угонщик не стал. Сейчас правоохранители думают, предъявлять ли ему обвинение, либо отпустить во свояси.